Если мы не увидим смягчение по монетарной политике со стороны Центрального банка Японии, то курс японской иены пойдет на повышение в долгосрочной перспективе. Хао Чжу, Коммерсбанк. В эту среду были представлены данные по ведущим экономическим индикаторам Японии. Повлияют ли эти данные на курс пары евро-японская иена в краткосрочной перспективе? По моему мнению, ведущие экономические индикаторы окажут меньшее влияние на курс этой пары, нежели заседание Европейского центрального банка. Заседание Центрального банка Японии запланировано на следующую неделю. Что касается заседания ЕЦБ, то накануне большинство аналитиков не рассматривало возможности введения новых мер стимулирования. Если говорить о предстоящем заседании Банка Японии, то рынки ожидают расширения программы количественного смягчения. В настоящее время Банк Японии пересматривает свою монетарную политику. В данный момент мы видим некоторые риски по снижению курса евро. При этом японская иена продолжает укреплять свою позицию. Соответственно, в краткосрочной перспективе мы прогнозируем медвежий тренд по курсу пары евро-японская иена. Принимая во внимание намерение Великобритании покинуть состав ЕС, Япония пригласила сократить 1000 рабочих мест в Великобритании. По вашему мнению, данное событие может повлиять на курс пары евро-японская иена в среднесрочной перспективе? По мнению аналитиков, евро и иена относительно устойчивы к влиянию Брексита. Как мне кажется, основные опасения более или менее поутихли. На данный момент маловероятно, что выход Великобритании из Европейского Союза окажет непосредственное влияние на финансовые рынки. В данный момент я не считаю, что Брексит является серьезной проблемой для рынков. Соответственно, вряд ли мы увидим непосредственное влияние на курс пары евро-японская иена в среднесрочной перспективе. Эффективность экономической политики, которая известна как экономика, вызывает некоторые сомнения. На фоне роста неуверенности на глобальных рынках. Как вы думаете, мы увидим рост спроса по отношению к активам Тихой гавани? При текущих обстоятельствах, я думаю, что спрос на активы убежища не является основным фактором, от которого зависим обменный курс японской иены. В настоящий момент самый важный вопрос заключается в том, станет ли японский центральный банк продолжать свою программу количественного смягчения. Многие меры по стимулированию экономики уже были реализованы. Как правило, спрос на активы убежища всегда довольно высок. Таким образом, это не является основным фактором, который влияет на прогноз таких валют, как японская иена. Важным фактором является монетарная политика Центрального банка Японии. А именно вопрос, увидим мы или нет расширение программы стимулирования. В перспективе это имеет очень большое значение для японской иены. Мы признательны Хао Чжу за его комментарии по курсу пары евро-японская иена. Вы смотрели валютный прогноз от Дукас Капитиви. На сегодня все. До свидания.